2018 год близится к концу. Впереди, казалось бы, праздники и долгожданные выходные. Но далеко не у всех на этом завершается рабочий сезон. У дагестанских бойцов ММА нет времени на отдых. Впереди у них новые вызовы. Накануне спортсмены провели совместную тренировку, на которой побывал и мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. После сечения, получается, левый заходит в корпус, чуть-чуть смещаясь в правую сторону. И вот правая через руку. А если вы рядом оказались... Работа в стойке, разные варианты атаки, комбинации. Тренировка в новом зале Олимпийский прошла в формате мастер-класса. Рамазан Эмеев, Магомед Анкалаев и Мурад Абдулаев – это еще не весь список приглашенных бойцов. Каждому из них есть что показать. Любой сложившийся борец, боец, разница, любой спортсмен должен делиться своим опытом между молодежью, чтобы эти ребята смотрели на нас и как бы стремились к лучшему. Сам Эмеев последний бой провел в сентябре. На UFC в Москве была одержана третья победа в лиге. Дата нового поединка еще не назначена, но это не повод, чтобы расслабляться. Намерен выступить в одном из турниров UFC, который пройдет в феврале-марте следующего года. И как бы время есть, подготовка хорошая. Условия для подготовки есть в Махачкале. Любые залы, любые спарринг-партнеры. К очередному поединку готовится и чемпион лиги Ахмад Мурад Абдулаев. Боец оспорит вакантный титул новой организации ACA. Велика вероятность, что он вновь сойдется с Альбертом Туменовым. В 2011-м победа была на стороне дагестанца. На сегодняшний день в ICB чемпионом является Туменов, скорее всего, с ним. Сейчас у нас, как реванш, надо будет серьезно подготовиться к этому бою тоже. Это непростой бой для меня. Сделаю все возможное, чтобы завоевать этот новый титул. Работа в зале ведется по самым разным направлениям. Ударная техника, борьба и партер. В смешанных единоборствах важны все аспекты. Вторник у нас чисто базовая ударка, чисто день ударки. Бывает разминка, отработки и несколько раундов спарринга. Четверг у нас грэпплинг и вольная борьба и схватки в конце. А в субботу у нас чисто полностью день спаррингов. Желающий, кто хочет, даже кто у нас не занимается, если, например, хочет просто на спарринги прийти, может в субботу прийти на спарринги. Тренировки с именитыми бойцами мотивируют моих учеников, и они стараются быть похожими на них и тренируются еще более усерднее. Обмен опытом даст свои плоды, уверен амбициозный тренер. Ближайшая проверка для молодых бойцов – это республиканский турнир по ММА, который пройдет в городе Дагестанские огни. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.